Но вначале сегодня рано утром в Северодвинске не поделили дорогу два пассажирских автобуса. Столкновение завершилось падением световой опоры, которая повисла на проводах и перекрыла половину проезжей части улицы Карла Маркса. По версии одного из водителей, его коллега пытался первым заехать на остановку. У них другой график. У них меньше времени выделяется. У нас времени достаточно. Мы ездим со скоростью 20-30 километров в час. Они ездят быстрее. Ему надо было меня опередить, а впереди идущая машина его, видимо, не пропустили. Он стал перестраиваться резко в левую полосу, ударил меня в угол кабины и столкнул. С вашей версией случился регион 29, телеканал. Оба автобуса в момент столкновения были с пассажирами. Никто не пострадал, скорость была небольшой. Испугались, конечно, говорят, куда он прет. Вот. Сильный удар-то был? Он, еще какой удар был? Вот когда стекло, это зеркало, все, это удар был. А потом уже вот его занесло, и уже столб перед нами оказался. Сейчас идет демонтаж упавшей опоры, линия освещения не нарушена, столб уберут и приступят к восстановительным работам.